Ты болван, Боря. То есть? А то и есть, ты даже не представляешь, какой бриллиант попал тебе в руки. Ну, конечно, бриллиант я загнул, но уж не серый камушек, это точно. Где ты ее откопал? Ну, она сама как-то откопалась. Короче, я даю вам свою площадку, пока на один концерт, в следующую субботу. А там посмотрим. Согласен? Иван Сергеевич, в следующую субботу я не могу. А что такое, детка? У тебя что, по контракту выступление в Карнеги-холл? Пока нет. Пока. Ну-ну. Тогда в чем дело? Программа еще сырая, не хочу позориться. Мне бы еще пару месяцев, если вы, конечно, не передумаете. Боря, она серьезная дама. Какая есть. Хорошо. Заметано. Позвони мне, Боря. Хорошо. Уточним детали. А тебе желаю успеха, Жанна Арбатова. До встречи. Все, Боречка, начинаем репетировать два раза в день, днем и ночью. Жанночка, музыканты забастуют. Бастующих уволим. Буду любить я тебя вечно. В следующей жизни с тобой, может быть, встречусь. И говорят, что разлука лечит. Только разлука сама есть эта вечность. И говорят, что разлука лечит. Только разлука сама есть эта вечность. Ну что, я все закрыл? Поехали домой? Ген. Чего? Может, давай сходим куда-нибудь? Куда сходим? Ну, я не знаю, придумай что-нибудь. Чего мы с тобой как в подземелье сидим? Маринка вон на продленке, а мы с тобой как эти пенсионеры в четырех стенах. Гена. Ну? Может, давай в гости кого-нибудь позовем? Кого позовем? А я сейчас Милке позвоню. Ты не против? Давай, звони. Слушаю вас. Мужик какой-то, может, я не вовремя позвонила. Алло, говорите. А, алло. Да? Здравствуйте, извините, а... Ой, кто это? А это кто? Это Зоя. Какая Зоя? Вам кого надо, девушка? А можно Милу попросить к телефону? Кого? Милу Миловскую. Можно пригласить к телефону? Милу? Ах, Милу, так ее нет. А где она? Кто ж ее знает, она нам пока квартиру на год сдала. Да? А она что, она уехала куда-то? Уехала. А куда, домой? Да нет, подальше. Ну, куда подальше-то? Она в Америку, что ли, уехала? Ну, если вы знаете, чего спрашивать? То есть что, правда? Она в Америку уехала? Правда, правда. А, извините. Спасибо большое. Гена. Чего? Слушай, подруженька-то моя в Штаты укатила. Насовсем? Да откуда я знаю, насовсем или не насовсем? Слушай, Генка, а может, она решила за американского миллионера замуж выйти?
Сейчас, ага. Что сейчас, ага? Знаешь, между прочим, как там русские бабы котируются? Степи глухой, замерзалый щит. Там в степи глухой, замерзалый щит. В той степи глухой, чуя смертный час, товарищу отдавал лака. Наташка, ты чего? Повешусь к черту. Фу, дура, всю песню испортила. Ну не могу я больше. 3 месяца как в тюрьме. Ты что, Наташка? Ты что? Я домой хочу. Раньше надо было думать, а то раскатала губу на легкие баксы. А сама ты, сама. И я тоже, Настенька. Все мы здесь хороши. И главное, не вырваться отсюда. Первый же коп за задницу возьмет без документов. И загремишь за решетку. Зато спать с кем попало не нужно. Ну да. Да ладно вам, девочки. Вот долги отработаем, и на свободу. Что? Ты что, с коня упала? Да у нас с каждой чашечкой кофе эти долги растут. Тряпки, жратву, макияж, все нам в счет ставят. Хоть бы на Нью-Йорк дали посмотреть, сволочи. Это ж надо было так проколоться. Девочки, мне тут приснилась мама. Мы будто с ней гуляем по Арбату, а потом еще снег пошел. Заткнись, не трави душу. А может, забастовку устроим? Да, Наташка пробовала. Забыла, как ее тогда отметелили. Неделю пластом лежала. Может, в посольство обратимся? Да, точно, точно. Так нас там и ждали. Сейчас наши штатам войну объявят из-за 4 подстилок. Рита, ну зачем ты так про нас? А кто мы? Английские королевы. Рит, а что будет с нами-то дальше здесь? Так и проторчим здесь всю жизнь. Поистреплемся, вышвырнут. Свеженьких дур привезут. А нас вперед ногами в канализацию. И никто искать не будет. Может, вон, одна миледи выкрутится. Почему я? У тебя же этот, колумбиец, Гаэтан, постоянный клиент. Он же от тебя балдеет. Ты поплачься ему. Может, жалится. Он гангстер. А гангстер не мужик. А ему башку задурить никак нельзя. Окей, girls. Тише. What? Are you crying? What is your problem? Why are you crying? Have you forgot about penalty? Говорит, что оштрафует. Нет, 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 сеньор Бермудес, она не плакала. Not, not cry, she laughed. Это от смеха. Мы тут анекдоты рассказывали. Джок, джок. Good joke, да. О, я еще один сейчас вспомнила. Слушайте, девки, значит, одна баба тоже в бардаке работала, а потом с ума сошла. Ничего, анекдот. Знаешь, от чего? От того, что она только через 5 лет узнала, что все остальные-то за деньги работают. Можно смеяться. О, my dear, dear guest. How are you, amiga? Явился, миледи, твой орел. Чудо в перьях. Come, come, come. Go. Смайли. Keep smiling, bitch. Do you understand? Ну,
Что тебе надо, придурок, а? Ну, вон же левая полоса свободна. Ты что, ослеп, что ли, а? Ты как водишь-то? Не ори. Не умеешь водить, велосипед купи. А лучше самокат. Ты понимаешь, что ты попала? На полторы штуки баксов, как минимум. На полторы штуки? А у тебя ничего не треснет. Ты с кем, коза, разговариваешь? Ты что, еще и глухой, что ли? Ты посмотри, что ты устроил. Пьяный? Ну-ка, посмотри на меня. Мне что-то рожа твоя знакома. Так, водители, все на тот свет торопимся. Все нормально, командир. Все живы. Сами разберемся. Минуточку. Инспектор, минуточку. Машину берите с проезжей части. Инспектор! Ну что, сразу заплатишь, им тебя на счетчик поставить? Слушай, ты меня не стращай, говнюк, понял? Я запомнила твою рожу и твои номера, и мы будем разбираться с тобой не здесь, а где надо. Последний раз спрашиваю. По-хорошему не хочешь? По-хорошему? Ну давай по-хорошему. Сколько ты там говоришь? Полторы штуки? Ну, давай, я согласна. Ну, ты только учти, я баксами возьму. А кто платит? Я, что ли? Ну, не я же, козел! Ах ты, подло! А, на! Тварь! Стоять! Восхищен. Отвали! Очаровательная женщина. Да еще такой Брюс Ли в юбке. Это дорогого стоит. Не дороже, чем ремонт моей машины. Да забудьте вы об этом куске железа. Вам такая машина вообще не подходит. С удовольствием поменяла бы на ваш джип. Хороший ответ. Можем обсудить. Слушайте, мне не до шуток. Да уже вижу, что с вами шутки плохи. Это мне нравится. Я не понимаю, что за вопросы. Вы меня телохранителем нанять хотите, что ли? Да зачем же? У меня для вас есть предложение получше. Зоя Павловна. Вы знаете, как меня зовут? Неужели угадал? Надо же. У вас найдется полчаса для серьезного разговора? Я хочу пригласить вас на чашку кофе. Ну, а машина и... Машины займутся. Ну, так что насчет кофе? Но у меня полчаса, не больше. С джипом-то справитесь, а то я не вожу. Без проблем. Ну, я так и думал. Прошу. Займись машиной. Thank you.
Да знаю, знаю, Павлуш. Ну, слава богу, в кои веки. Ага, вы еще кресло на сцену поставьте. Да. Ну, сейчас, сейчас приду, сам проверю, да-да. Иван Сергеевич, к вам пришли. Валь, ну сколько раз просил? Ну, 15 минут, не беспокойте, а? Извините. Господи, боже мой. У нас нет мест. Раз нет мест, поставьте ему стульчик в проходе, а? Да ничего, ничего. У нас как в бане, все равны, да. Ой. Слушаю вас. Нет, если насчет билетов, пардон. Зал забит под завязку, да. Что? Какая бомба где? У вас по-остроумней хохмы не нашлось? И вообще, кто это говорит? Как не важно. Алло! Алло! Шутники хреновы. То есть нет. Не может быть. Алло, Протасов, не пускайте народ в зал. Понял? Да как же, Иван Сергеевич, меньше часа до начала. Ты слушай, что я сказал. Слушаю, а что случилось? Да ничего не случилось, жди моих распоряжений. О, бля. Ай-яй-яй. Так. Не мелькайте, Боря, у меня уже в глазах рябит. Ну, у меня такой мандраж, как перед первой брачной ночью. Ну, у вас и память, Борис Захарович. Не волнуйтесь, не подведу. Я в форме. Да я-то переживу. Мне главное Зернова не подвести. Ведь он же поверил в тебя. Иначе не дал бы тебе сольный концерт у себя в театре. Шли бы вы в буфет, Борис Захарович. Приняли бы армянского от нервов.
Знаете, Боречка, я к этому концерту в Москве так долго шла, что просто не имею права провалиться. И не провалюсь, вот увидите. Молодец, Жанночка. Оставьте нас с артисткой одних. А что случилось? Одних, пожалуйста. Тут вот какое дело, детка. Мне только что позвонили в кабинет и предупредили, что где-то в театре заложена бомба. Бомба? Да. Так сказал позвонивший. А кто звонил? Но это мы потом вычислим. Значит, кто-то хочет сорвать мой концерт? Без сомнения. Но тут вопрос другой. Что делать? А если это просто шутка? Не исключено. А если нет? В зале больше 1000 мест. Могу я рисковать? Можно позвонить в милицию, и пусть они все проверят. Разумеется, но тут, как понимаешь, не минутное дело. А значит, концерт псу под хвост. Да. Я сам все объясню публике. Концерт перенесем, люди поймут. Концерт этот я тебе верну, слово Зернова. Но если отмена произошла из-за бомбы, такая реклама. Понимаешь? Что молчишь? Я все понимаю, Иван Сергеевич. Отменить концерт, конечно, ваше право, но я все равно выйду на сцену, даже если в зале не будет ни души. Выйду и спою, и никто меня не запугает. Уважаю. Я редко кому это говорю. Уважаю. Но мы с тобой сделаем по-другому, детка. Мы сегодня с тобой отмочим такой номер, что вся Москва будет стоять на ушах. Да вы не удивляйтесь, Зоя Павловна, что затащил вас в эту забегаловку. Бывшая столовка, что же вы хотите? Но место хорошее. Самый центр, а тихо. Готовят, конечно, здесь отвратно, а вот кофе варят отлично. Только на одном этом хорошие деньги не сделаешь. Ведь так? Угу. Вот. И вы это понимаете. Ну, может, мы начнем наш серьезный разговор? Так мы уже его начали. Вам не надоело, Зоя Павловна, заниматься поношенным зарубежным барахлом? Ваш магазинчик пока держится на плаву, но навар небольшой. Да и рэкет тревожит, верно? Ой, неспокойно вам. Так вот я и где видела. Значит, это ваши амбалы за деньгами ко мне тогда приходили? Мои. Я надеюсь, не грубили? Угу. Я им строго-настрого приказал. Вы не присылайте их больше. На неприятности морокутся. Если вы надеетесь, что решетки на окнах, злобная собачка, да ствол в кармане вашего мужа меня озадачит, это наивно. От всего не защитишься. Возьмите сегодняшний случай на дороге. Что это мы все о грустном? Как вам кофе? Вы, наверное, вкус не распробовали. А все нервы проклятые. Ладно, но мне кажется, что 30% это много с выручки. Да какие проценты, Зоя Павловна? Ваш магазин доживает последние дни. Его снесут по плану реконструкции. Я узнавал в мэрии. Подождите, я не понимаю, так зачем тогда этот цирк? Грешин, люблю эффекты. Ну да бог с этим. Вам, Зоя Павловна, надо расстаться с вашим магазином. Ой. Продать. И как можно быстрее. Угу. И где я найду такого дурака, который купит магазин под снос?
Ну, это уже моя проблема. Я вам такого дурака найду. Угу. То есть магазин я продам, а деньги вам? Ни копейки. А почему это мы такие добренькие? А может, вы мне нравитесь? Как вы смотрите на то, чтобы приобрести это заведение? Зачем? Кофеварку можно оставить. А все остальное кардинальным образом поменять. Устроить здесь шикарный кабак со стриптизом, дорогой. От клиентов отбоя не будет, уверяю вас. Я, понимаете, конечно, сам бы этим занялся, но у меня сейчас свободных денег нет. На Кипре домишко прикупил, обустраиваю. Да и светиться лишний раз не хотелось бы. Нет, я, конечно, войду в долю неофициально. Обеспечу безопасность, клиентуру, хорошее отношение властей. Если у меня будет 70% с дохода, я думаю, это нормально. А вам? 50. Но если на мне вся материальная ответственность, то пополам. А идея? Она разве ничего не стоит? Да. Ну, вам 55, мне 45. По-моему, справедливо. Я рад, что не ошибся в вас, Зоя Павловна. Молодая, красивая женщина, с хорошей хваткой. Это как раз то, что надо. Спасибо. Но я еще не сказала «да». Но вы и «нет» не сказали. Ну, а скажете, то будете, простите, последней дурой. Мне надо подумать. Конечно. Женщина не должна сдаваться сразу. Я вам завтра позвоню утром домой. А вы что, мой телефон домашний тоже знаете? Зоя Павловна. Ну да, ладно. Завтра утром домой. Может, есть какие-нибудь вопросы? Да, есть. Один. Как вас зовут? Зовите меня Сильвером. Папа, он мне не отдает. Пап, смотри, что я нашла.
Молодец. Простите, а вы русские? Аркадий Михайлович? Ох, мой, как же ты все это выдержала? Это я виноват. Вы-то тут при чем, Аркадий Михайлович? Надо было держать себя в руках. Но ведь вы тогда в меня влюбились, разве нет? Тем более не имел права сбегать из города, как последний трус. Никогда себе этого не прощу. А вы тогда сразу в Америку уехали? Что? Нет, не сразу. Какое это имеет значение? Давай так, ты пока поживешь у меня, то есть у нас, а потом что-нибудь придумаем. А что вы скажете вашей жене? Маша, отойди от воды! Ты промочишь ноги. Правду скажу. Что ты моя ученица, это же правда. Что ты попала в беду, тебя обманули, это тоже правда. Правда. Но не вся. Вся не нужна. Пошли. Что? Знаешь, ты почти не изменилась. И вы? Тут ты соврала. И вы. Машенька, пойдем. Давай руку. Тяпа, вставай. Пап, мы сейчас домой? А тетя с нами пойдет домой? Соня, у нас гости. Какие гости? Какие гости, Шафран? Соня, я тебе сейчас все объясню. Человек попал в беду. И ты изображаешь из себя армию спасения, да? Пройди, пожалуйста, в комнату. Я сейчас все устрою. Подожди там. Соня. Я надеюсь, я тебе не помешаю. Как зовут твою собаку? Ой, не надо, Шафран. Я клянусь тебе, я клянусь. Милые дамы, уважаемые господа, да,
Прошу прощения за небольшую задержку, но у нас в театре случилось маленькое ЧП. Вы слышали историю, как однажды в спальню папе Римскому подложили секс-бомбу? Обезвредить эту бомбу с трудом удалось четырем здоровенным охранникам. Да, но у нас произошло нечто подобное. К сожалению, только без секса. Ну, грубо говоря, нас предупредили, что в здании театра якобы заложена бомба. Тихо, без паники. Скорее всего, это дурацкая шутка. Но знаете, береженного Бог бережет, да. Сейчас здание проверяют спецслужбы, а у меня к вам есть предложение. На выбор два варианта. Кто-то со своими билетами может прийти сюда через неделю, а кто хочет, может сдать их в кассу. Но есть и третий вариант. Для тех, кто захочет остаться, концерт начнется немедленно. Остается только одно – представить вам с огромным удовольствием отважную певицу Жанну Арбатову. Прошу, встречайте! Точку или ты при исполнении? Генералу можно. Да? Бомбы точно нет? На 100%. Честно говоря, Володя, я порядком струхнул. Ей-богу, столько народу, а? Даже в окопах, под обстрелом, такого мандража не было. Ну, ты тогда вообще бешеный был. Пёр на рожон. А, не верил в смерть по молодости. Да и прятаться гордость не позволяла. Вот, и Арбатова такая же, отчаянная девчонка. Ну, какая девчонка? Взрослая баба. Для нас с тобой девчонка. А может, за нее и выпьем, не возражаешь? Ну, отчего же?
повод выпить не хуже других. Да. Ну, мне пора. Да ну, может, останешься на второе отделение. Она уже в зале будет. Извини, но я как-то современную эстраду не очень. Была бы Шульженко или Утесов. Да не, ну давай просто посидим, а то День Победы только и видимся. Уважаемые зрители, на второе отделение танцев просим всех пройти в зрительный зал. Давай на пасашок. Давай. Иван Сергеевич, зачем вы это сделали? А что я сделал? Зачем вы приказали остановить концерт? Так все здорово было. Нужно было там закончить вторую часть. Ну, детка, ты не понимаешь. У меня отделение 40 минут. Я пела 1.5 часа. Для зала песен не осталось. Что, совсем? 3-4. Ну, будешь каждую исполнять на бис, тебя хорошо принимают, а? Это 20 минут от силы. Да. Такой финал все загубит.